Карелия вошла в топ-5 самых популярных мест для отдыха на праздники в июне. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров. Кроме нашей республики, в пятерке лидеров Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Кавминводы. На туры в Карелию еще есть свободные места, чего не скажешь, например, о Калининграде. Катализатором для путешествий в дни праздника называют туристический кэшбэк. По этой программе продано от 20 до 50% туров на высокий период. По мнению гендиректора туроператора «Мастерская путешествий» Владимира Лутова, на эту программу приходится не менее 80-90% экскурсионных июньских поездок.